и, может быть, его, так сказать, отпустят. Потенциал у него, конечно же, есть. Вот, но, как говорится, у каждого свое. Пока что у него карьера таким образом складывалась, что он таким образом складывалась его карьера, что он не смог. Травма, да, потому что бегал вчера, мне тоже чуть пробили. Но я хочу на шнурах. Да. Да, потому что добавить, потому что Фомин действительно очень перспективный нападающий. Мы хотели бы его видеть всегда в сборной, там, в клубах. Но вот у него сейчас момент такой наступает, где необходимо.